капот от Мерседеса. Мы его тут скольчики все убирали, шпаклянули там в одном месте и загрунтовали. Сейчас будем красить. Перед покраской надо сейчас всю грунтовку эту замыть. Я мою с водой, так что будем замывать с водой. Я Вадим. Ставьте палец вверх, если вам нравится, и подписывайтесь. Поехали. Так, забываем будем наждачкой. Вот такое, что это, 600-кой. И сейчас вот таким серым скотч-брайтом пройдемся весь капот, и заодно все вымоется. Все, и сейчас вымоем все эти остатки грунтовки, которые намыли, и высушим. Теперь обезжириваем. Все, сейчас подождем, вот это все испарится, чтобы всю влагу вытянуло оттуда. И обезжирим еще на раз уже тряпкой. Так, ну вот все это испарилось. Так, красить будем краской вот такой, Авео, цвет Снежная Королева. Краска уже разбавлена, я уже ей красил. Тут написано 15-17 секунд. Так, этот цвет на магнитике. Так, ну мы сейчас на всякий случай проверим вискозиметром. Так, приготавливаем секундомер. И наливаем вискозиметр.
Так, ну получилось у нас 17.38. Я думаю, это нормально. Так, ну вот обезжирили. И теперь будем сейчас красить. Так, ну вот выждали 10 минут. Так, ну и все, красим на третий слой.
хочу лаком покрывать, надо пройти липкой салфеткой. Снимаем и покрываем первым слоем. Так слегонца тоже не сильно жирно. И красим на второй слой. Попробуем сейчас так, чтобы капот не так вот получилось. Но все равно мусоринки есть, не без этого. Понравилось видео — ставь палец вверх и подписывайся. Все.